В Университете мировой экономики и дипломатии состоялось торжественное открытие нового факультета – образование для руководителей. В нем приняли участие члены Сената Али Маджлиса, представители ряда министерств и ведомств. Новый факультет открыт в рамках инициативы главы нашего государства о коренной модернизации системы переподготовки руководящего звена государственных учреждений, топ-менеджеров и госкомпаний и частного сектора, исходя из опыта ведущих университетов мира. Основное направление деятельности нового факультета – обучение руководителей и специалистов современным методам управления и ведения бизнеса, ознакомление с современными трендами в глобальной торговле и инвестиционной деятельности, внедрение новейших технологий в различные отрасли экономики. Для организации программ обучения на факультете будут привлекаться специалисты из ведущих университетов США, Европы, Японии, Южной Кореи, Сингапура. Программа высшего управленческого образования широко распространена и известна в Великобритании. Университет Глазго, где я работаю, также уделяет большое внимание этой системе образования, так как сегодня важно повышать потенциал сотрудников органов управления, обучать в соответствии с современными требованиями. Сегодняшний современный руководитель должен знать несколько языков, быть находчивым и предприимчивым. Это мой первый визит в Узбекистан, и я думаю, что реализация данной программы – это большой шаг на пути развития и прогресса в вашей стране. В рамках совместного пилотного проекта будет проведен учебный курс на тему привлечения иностранных инвестиций. Кроме этого, будут реализованы такие программы, как лидерство и стратегия, принципы управления, современная индустриальная политика, корпоративное управление, финансовый менеджмент. Учебный процесс будет проходить в формате интерактивных семинаров и бесед на основе примеров из международной практики с учетом условий Узбекистана. Факультет Executive Education, то есть образование для руководителей, был создан в соответствии с инициативой президента Узбекистана. Вот эта форма обучения, executive education, очень широко развита в международном плане. Сегодняшняя первая программа посвящена теме привлечения иностранных инвестиций, международное инвестиционное право. В ней участвуют представители хакимиатов городов и регионов Узбекистана, представители, руководители АГМК и НГМК, а также нескольких частных компаний Узбекистана. По итогам обучения участникам программы будут выданы соответствующие сертификаты.